на ковре. Б. Павел Петруничев, Архангельская область, мастер спорта. В синем трико Азамат Бекбаев, Республика Башкортостан, мастер спорта международного класса. Встречу на ковре Б судит бригада судей. Руководитель ковра. Судья международной категории Аркадий Берников, город Томск. Судья на ковре. Судья международной категории Дмитрий Коршунов, город Владимир. Боковой судья. Судья международной категории Борис Ильтимиров, Татарстан. На ковре Б в красном трико Павел Петруничев, молодой борец 95-го года. Вот пробился и борется за третье место. Представляет Архангельскую область и Москву. Тренируется под руководством тренера Апанина и Манасова. Призер первенства России среди молодежи. Его соперник на 10 лет старше, 85-го года рождения, мастер спорта международного класса Азамат Бекбаев. Представляет Республику Башкортостан. Тренируется под руководством заслуженного тренера России Коробова. Является... уже все закончилось, да? Итак, победу досрочно одержал Азамат Бекбаев. Башкортостан занял третье призовое место –